вашему вниманию послание стадии развития духовного сознания, высшие силы, высший разум, контактер Игорь Гор. Силы, приветствуем вас. Все ваши увлечения, работа, отношения, учения проходят несколько стадий, 4 стадии. Первая стадия – это отклик души или ума на информацию и желание ею воспользоваться, изучить как источник силы для вас. Вторая стадия – это период начального вхождения в систему, чувство новизны, окрыленности, желание делать, узнавать. Это период рая. Следующий этап – это этап страдания, когда исчезает новизна, и вы оттачиваете свое мастерство. Вас могут мучить сомнения, разочарования, усталость, отсутствие мотивации и результата. Вот именно в этой стадии многие бросают это деяние. Следующая стадия – это соединение сознания, когда барьеры основные пройдены, и вы начинаете вновь чувствовать подъем и энергию. У вас стало получаться, и началась стадия качественного перехода, то есть вы выходите на совершенно иной уровень этого знания. Это уровень мастера. Это именно так. Это применимо к духовным поискам. Многие из вас остаются на стадии рая. Развлечение, не углубляясь более, и у вас возникает иллюзия того, что вы духовно растете. Но на самом деле это иллюзия. Если на вашем пути не появятся страдания, тяжесть изменений, разрыв личности и души, это показатель того, что вы застряли на нижней точке. Вы не хотите рождаться, ибо рождение для ребенка – это тяжелый труд, связанный со страхом, потерей, неизвестностью. Это травмы и так далее. Но это рождение, его можно пройти только в принятии и благодарности. Так будет легче. И вы обретете новое рождение. Как и ваши отношения, это самый яркий пример. Они претерпевают те же трансформации и ведут вас к истинной любви. Если вы совместно преодолеете все этапы, происходит истинное слияние души на уровне сердца. Мы любим вас. Маленькое дополнение. Очень часто спрашивают, эту медитацию сколько раз делать? Дорогие друзья, ну вот вы въехали в новую квартиру, и вы меня спрашиваете, сколько раз мне нужно вымыть пол в новой квартире? Да мойте до тех пор, пока вам не будет комфортно, пока вы не почувствуете, что вы упорядочили свой внутренний мир. А практически можно сказать, пока не перейдете вместе с планетой Земля в 5-е измерение. Это труд души, и он системный. Точно так же, как вы питаетесь, точно так же, как вы дышите, точно так же, как вы занимаетесь повседневными делами. Делаем практики столько, сколько мне нужно. Не кому-то нужно, а мне нужно. Одному человеку достаточно один раз сделать, а другому 100. Чувствуйте себя, доверяйте себе. Занимайтесь не самокопанием, а самопознанием, самоисследованием, самоуважением, творчеством и собственной реализацией. Медитаций будет еще очень много, всевозможных, разных. И они не только меняются, они выходят на качественно другой уровень. Поэтому те медитации, которые были, конечно, они не хуже и не лучше. Они просто ступенька к следующим медитациям.
Еще раз, медитация может быть на любом уровне. И какие-то медитации проводятся в лежачем положении, это лучше. А какие-то можно на ходу проводить. Допустим, программы, перепрограммирование. Почему на ходу нельзя их делать? Можно. Поэтому мы никогда не останавливаемся, все время идем вперед, отдохнули, поспали, снова вперед. То есть, даже если вы ложитесь спать, то простите, чтобы вы были в залах мудрости. Наша душа не спит никогда, она работает 24 часа в сутки. И вы уже чувствуете, и тот, кто наблюдателен, видит даже это, что идет объединение на разных уровнях сознания. То есть, если раньше были споры, то сейчас уже никаких споров не будет. Сейчас все объединяются. Особенно в медитации 4-5 апреля будет единая медитация, чтобы осветить всю земную экономику. Наполнить ее светом. Чтобы жизнь была во благо всех землян. С вами в выходе из иллюзии и в собственном перерождении.